В День защиты детей в Орехово-Зуевском городском парке прошел театрализованный праздник для юных посетителей. Весь день на 12 площадках ставили сказки и детские спектакли. Кощей Бессмертный вместе с Избушкой на курьих ножках, Шамаханская царица в своем шатре, Машенька и русская печка. Сказочный парад детских колясок и велосипедов открыл массовый праздник в городском парке. На полку Эшка, мама, потому что мама нас звала. Подготовились так, на быструю руку, потому что у нас маленький ребенок, так, этот... Когда спала, тогда и делали. Поэтому, ну, 3 дня ушло. Ну, делали мы всей семьей с папой в течение недели, бессонными ночами и вечерами, когда дети уже спят. Вдохновила театр, русская печь, мне кажется, во всех постановках сказок. На создание такой коляски у семьи Захарченко ушел не один месяц. Вдохновляли сказки Пушкина. Мы представляем сказку Пушкина «Золотой петушок», «Шамаханская царица». Времени ушло 2 месяца подготовки, 2 месяца. Ну, придумывали сами все, отталкивались от шатра, сделали шатер и костюмы сшили. Тема сказок в городском парке была повсюду. Например, здесь Шахерезада читала для детей 1001 историю. Но лишь чуть со стороны ожидать тебе войны и набега силы брат, и другой беды незваной. А на этой площадке каждый желающий мог на время стать пожарным и не дать загореться кошкиному дому. Праздник в парке стал финальной точкой театрального фестиваля «Морозов», который длился всю неделю. В Орехово-Зуево он проводится впервые. На 12 площадках юные актеры радовали зрителей своими постановками. Я всем желаю отличного настроения, с большим удовольствием посмотреть все эти постановки. Ну и также я хотел сказать, что 1 июня, первый день лета, я хочу пожелать, чтобы и ребята, и родители провели лето с отличным настроением. Также для юных гостей были подготовлены игры, мастер-классы, конкурсы и шоу мыльных пузырей.